Мы находимся на мастер-классе сомелье отеля Selectum Luxury Resort Belek. Öncelikle herkes hoş geldi. Bugün şarap hakkında temel kuramları öğreneceğiz. Bu temel kuramlar nedir? Sizin işinize yarayabilecek, etkili bir şekilde şarap tadımını yapabileceğiniz, seçebileceğiniz uygulamaları göstereceğiz. Сегодня мы будем изучать вино, как правильно с ним обращаться. То есть будет такой мини-информационный блок, где он покажет главные азы для того, чтобы вы себя правильно вели с винами и понимали, о чем идет речь. Şimdi ilk etapta bir şarap alırken nelere dikkat edeceğiz, ne yapacağız? Onun hakkında 3 tane temel kural var. Onu göstereceğiz. Когда вы хотите приобрести вино, что первое, на что вы должны обратить внимание? Вот такой вот у нас есть вопрос всегда. Но есть три главных правила, по которым вы должны ориентироваться, и вам поможет эти правила сделать правильный выбор при покупке вина. Şimdi şarap konusu çok geniş bir konu olduğu için ben anlattıktan sonra soru-cevap şeklinde sizin öğrenmek istedikleriniz hakkında diyaloglar içerisinde konuşmalar yapacağız. Сначала он будет рассказывать, потом, когда у вас будут какие-то вопросы, вы можете всегда задать, и он с удовольствием на них ответит. Şimdi dediğim gibi o üç temel kural nedir? Onun hakkında konuşacağız. Birincisi, bir şarabın kalitesini anlamak istiyorsanız veya seçmiş olduğunuz şarabın kalitesi hakkında açmadan yorum yapmak istiyorsanız ilk bakmanız gerekenlerden bir tanesi etikettir. Главное правило, по которому мы все всегда ориентируемся и которое помогает нам правильно выбрать вино, это этикетка. İkincisi, arkadaki etikette şarabın tarihi hakkında ve aile hakkında mutlaka bilgi verir. Burayı okumanız lazım. Вторая этикетка, на которой обозначено время, дата изготовления, основная информация по поводу вина, это тоже очень важная этикетка, по которой вы должны ориентироваться. То есть вся нужная информация находится там. Bu birinci kuram. Это первое правило. İkinci kuram ise şişenin dibindeki deliğe bakacağız. Второе правило, по которому вы можете ориентироваться и должны, это дно бутылки. Şişenin dibindeki derinlik ne kadar derinse şarap kalitesi hakkında o kadar bilgi sahibi olabiliriz. Daha güzel şaraplar, daha yıllandırılmaya uygun olduğu şaraplar anlaşılabilir. Чем глубже, чем внутри вот это дно бутылки, оно считается лучшего качества, то есть уже определяет само качество самого вина. Üçüncüsü ve en önemlisi, самое важное и важное даже на его взгляд. Çok pahalı şarapların, çok kaliteli şarapların. Очень дорогое и очень хорошего качества вино. Bu kapağı dönmez. Эта крышка, которая вот изначально, первоначальная крышка, она никогда не должна проворачиваться. То есть не должна обтягиваться. Şimdi bu şarabı bir tane çok kaliteli bir şarapla karşılaştırma yapacağım. Bu anlattıklarımın farklarını ister istemez zaten göreceksiniz. Он сначала вам покажет и расскажет еще много подробностей, и вы уже будете сравнивать и поймете. Şimdi bu kapağın neden dönmediği hakkında konuşacağım kaliteli şarapta. Hemen gösteriyorum onu da. Вот это немножко проворачивается. Это еще достаточно неплохое вино, это чилийское вино. Вернемся. Но как он показал, я вам тоже покажу. Смотрите. Вот тут вы можете попробовать немножко проверните. Проворачивайте. Я попробую. Да? Можно я попробую? Да, да, конечно. Да. Ну, видите, оно такое двигается. Здравствуйте, добро пожаловать. Присаживайтесь, где вам удобно. Можете стульчики вот эти кресло себе ближе, или здесь можно вот, так, чтобы на ощупь понятно. Şimdi bu iki şarap da Merlot çeşidinden yapılıyor. Сейчас два вида вина с вами. Merlot. Merlot. Одно, как бы название Merlot, да, двух производителей, да? Bu elimde görmüş olduğunuz Merlot Fransız, La Flor Petrus. Bu elimde görmüş olduğunuz Merlot Frontera Chili. Французская и чилийская.
İkisi de aynı üzümden yapılıyor. Bu şarabımız 1000 dolar, bu şarabımız 30 dolar. Этот вид вина у нас стоит 1000 долларов, это 30 долларов. Şimdi arasındaki zaten etiket farkını görüyorsunuz. Doğal olarak tarihi aslında şey aslında bilgiye. İkincisi olarak şişenin derisine baktığımızda bariz bir farklılık var. Üçüncü ve en önemlisi dediğim gibi bu garanti altında olan şarapların hiçbirinin başlığı dönmez. Garantiya того, что это качество и это не подделка, все-таки крышка верхняя, Çünkü bu bal mumuyla mühürleniyor. Garanti altında olduğunu gösteriyor. Neden garanti altında? Şöyle söyleyeyim. Diyelim bu şarabımız 1000 dolarlık bir şarap. Fazlımızsa. А почему? Ну, к примеру, вот это вот 1000, да, долларов, да, например, вино. Фарз edelim çok kaliteli, pahalı bir şarabımız bu. Şimdi bu. Например, это самое дорогое вино. Bunun başlığı döndüğü için ben bunu sattıktan sonra Представьте себе, он открыл. Bu şekilde bu beyefendiye satıp ondan sonra içerisine başka bir şarabı koyup tekrar в эту же бутылку залил другое дешевое вино. Bunu kapatıp закрыл. Şu şekilde. Başka bir misafirimize tekrardan satabilirim. Bu onun için çok önemlidir. Kaliteli şaraplarda dikkat etmeniz gereken en önemli konu. Mutlaka çok kaliteli bir şarap aldığınızda mantarı kontrol edin. Вот эта пробка, да, она у нас называется как? Как такая пробка, которая мягкая. Ну, мы ее так называем, да? Пробковое дерево. Пробковое дерево. На эту пробку нужно максимально обратить внимание. Всегда открыть, посмотреть, не повреждена ли она, не затронута ли она. Нету там какие-то ну, непонятные, знаете, отверстия. Шерри, üç temel kuralımızı bitir. Bundan sonra ne yapmamız lazım? Onlar. Şimdi şarabımız açılırken. Сейчас мы показываем, как открывается вино. Давай. Her ne olursa olsun, aldığımız şarap ister çok pahalı olsun, ister çok ucuz olsun. Mutlaka dekante dediğimiz bizim, karaf dediğimiz, dekante dediğimiz havalandırma kaplarında şarabımızı havalandıralım. В лучшем случае, в лучшем если у вас есть возможность определить качество благодаря этому сосуду Декантэ. Ну, знаете, многие уже магазины имеют такие сосуды, которые предоставляют, чтобы вы правильно ощутили вкус вина и выбрали вино. Şimdi adım adım giderken şarabımızın açılmasına gel. Açıldıktan sonra neler yapacağız ona bakacağız şimdi. Вы сейчас открываете. Şimdi şarabımızı açıyoruz. Как нужно открывать тоже. Сейчас штопор, который у нас такой петушкой, мы его аккуратно проворачиваем, но до середины, а потом мы подтягиваем, и потом еще закручиваем вниз и уже вытягиваем полностью. Когда вы открыли вино, уже не важно, как вы его открыли, их парфонус герек, изначально на что нужно обратить внимание, а чангар фонна, шарап мантарин, шарап мантарин, их парфонус герек, шуранин, renkli olup olmadığı yani şarapla temas etmesi lazım. Вы должны убедиться, что есть вот соприкосновение как здесь с вином, чтобы оно закрасило вот эту вот крышечку, ну эту пробку. Bu görüntüyü gördükten sonra şöyle bir durum var. Yapmamanız gereken komik bir durum bu. Şarap mantarını kesinlikle koklamayın. Сейчас очень такая смешная и немножко интересная информация, что некоторые думают, что они должны понюхать пробу, и чтобы определить качество вина. Нет, ребята, это вообще непонятная информация, которая предоставлена, это неправда.
Чисто. Этим вы не мотивируете с прямого учения. Никогда. Şarap mantarını koklayarak şarabın kalitesini ve bozukluğunu anlamına da bilgi vermez. Знать, какое качественное вино и определить это качество можно только... Şu işlemi gördükten sonra bu demek oluyor ki, bu kırmızılığı gördükten sonra demek oluyor ki şarabın uygun koşullarda saklanmış ve sunuma hazır, tadına değişik olmadığı anlamına geliyor. Если вы не видите такое прикосновение, сочетание коробки с вином, это значит, что что-то не так. Не буду уточнять все подробности, как сказать, может уже его тоже там перепродали или заново там залили. Но желательно, чтобы вот это прикосновение было сочетание. Потому что вино в самом лежащем положении, да? То есть оно должно контактировать. И пробка, она фиксирует и закрывает кислород. Şarabın uygun koşullarda saklamanın 3 temel kuralı var. 1. Karanlık bir ortam. Siyah bir ortam. Gece, gece gibi, karanlık. Ну, основные правила, опять же, вечерние, ночное. İki, şişenin yatay olarak saklanması, mantarla şarabın temas etmesi. Şişenin yatay olarak. Üçüncüsü çok fazla çalkalanmaması, sabit kalması. То есть и оно должно быть в спокойном состоянии, хорошо, не должно там постоянно переставляться, передвигаться и выдыхаться, да? То есть должно быть в релаксе. Bu şekilde bu işlemleri de yaptıktan sonra şimdi yavaş yavaş şarabın tadımına geçeceğiz. Dediğim gibi şarabımız her ne olursa olsun, ister çok pahalı olsun, ister çok ucuz olsun. Mutlaka havalandırma işlemini yapacağız. Bunu mutlaka uygulayın. Havadan da, это значит то, что нам нужно его будет вот сейчас проверить таким образом. На качество, на вкусовые качества. Вот это идеально, что происходит, потому что хорошим дорогого вина или дешевого. Şimdi havalandırma işlemi yapıp şarapla ilk tadımı yaptığımızda dekanteye bu şekilde bir parça koyduktan sonra bunun şu şekilde oksijenle temasını sağlıyoruz. Вы сейчас взяли немножко своего вина, или тот, который продает вам вино, вот в этот декантер, заливает и сталкивает. Для того, чтобы кислород стал все ароматы данного вина, который вы будете приобретать. Sonra bunu kareyimize boşaltırken после того, как вы переболтали, выпустили вот эти все аромы, вкусовые качества, вы его заливаете в бокал. Şimdi önce herkese bir tane dekante yapacağım. Ondan sonra ikinci dekanteyi yapmamak için devam edeceğim. Сначала первый раз он сделал декантер, да, для того, чтобы почувствовать этот аромат, чтобы действительно все нотки качественно как нам показали. Только так правильно понять ваше вино. Вообще основная идея сейчас он пытается донести, что не важно, дорогое вино или дешевое. У каждого из нас есть свой вкус. И мы должны определить, оно нам нравится, мы его покупаем, или не нравится. Мы будем его пить в удовольствие, будем наслаждаться или нет. Хорошо, сегодня. Şimdi ben ufak ufak servis yapacağım. Bardakları boşalttıktan sonra, hepsini içmesini hep beraber şarap kazanımı yaparken nelere dikkat edeceğiz? Kadette göreceğiz orada. O şekilde bir açıklama yapacağız. Tamam. Ну, сейчас он нальет всем, а мы пройдем тоже обучение по поводу вина, и потом еще осторожно, он еще будет рассказывать после того, как вы выпьете, точнее, нюхать. Сейчас мы будем дегустировать чилийское, да? Да, да. Ну, извините, за $1000 можно скинуть. Это понятно, понятно. И выпить за $1000. Нет, чилийские вина также хорошие. Мы пока не настроим. Ну, если вы готовы, то да. Мы можем открыть. Чилийские вина также хорошие. Очень.
очень хороший. Это, кстати, одно из самых лучших, на это мнение. Это очень хорошее качество сейчас. То есть, опять же, не вопрос в деньгах. Спасибо. Когда я думаю, что цена — это действительно то, что определяет качество. Сейчас очень многие производители все-таки участвуют в чилийском, уже не работают, где, по сути, они тоже делают качество хорошее. Но... Нет, в этом случае он просто показал, она же отлучилась, да, да? Так мы болтаем, его попробуем хорошенько. Ну, а у ландерма еще не обтыкна зона? Когда уже проблемы нет? Шушекеле. Вот таким Baktığınızda, образом. Burada gözyaş damlası, bacak dediğimiz... Burada слезы текут у вас. Bak, çok yukarıdan da olmasın. Hemen altını da şöyle yapalım. По стенкам бокала дорожки такие остаются. Внизу вниз стекают дорожки. Да. Gövdesinin tam olduğu anlamına gelir. Yani içine uygun bir şarap olduğu anlamına. Her şey orantılıdır. Это тоже один из этапов, который может показать вам, качественно ли это настоящее вино, органическое вино в любом плане. Когда стекают вот эти вот такие разводы, это значит, что оно полноценно виноградное вино. Ben yedikçe zaten artık iyice gelindiğimi işe. Baktıkça şöyle, hadi bakalım. Artık çalkalama işlemi yapmanıza gerek yok. Çalkalama yapmamıza gerek yok artık. Sadece ben olduğu yerden şöyle hafif bakayım. Herkes gördü bu bacağını değil mi? Ne işe yaradığını da öğrendik. Yani her şeyin orantılı olduğunu söyledik. Alkol oranının tam olduğunda bir kaç. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Artık yavaş yavaş tatmaya başlayacağız. Nasıl tatacağız? Второй этап, после того, как мы посмотрели, что все правильно, все здесь протекает, плавно, красиво, мы должны перейти... Tadarken nasıl tatmamız gerekiyor? Burnumuzu şarap kadehini, şarap kadehini tam ortasına sokarak derin bir nefes alıyoruz. Bu şekilde. Мы вот таким образом, как вот показывают, вот derin bir nefes alıyoruz. Нос в стакан, ну, бокал опускаем. Вдох и выдох. Zaten bize kokusu hakkında beynimizde çağrışımlar yapıyor ya. Ne hissettiriyor? Там сразу же идет ответ вот этого напитка. Ваш ли это вкус? Нравится ли вам сочетание всех ароматических сочетаний этого вина? Вот таким образом вы должны принять, понять по запаху и вкусу. Что это? Вкусу. Там он нам басет. Tamam mı? Tamam. Şimdi şarabı şu şekilde tutalım. Pardon. Bu tuzda takma da tutuşa. Şarabı tutarken şarabın bir tutma şekli vardır. Bu şekilde tadımlarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Tadımlarda. İçerken şu şekilde yapabilirsiniz. Hatta upadıyorsun. Ну и еще так. То есть два варианта с таким бокалом. Bacaktan tutmanız lazım. Bu şekilde gibi tutuş. Правильно, тупу, да, вот таким образом должны пить вино. Bu şekilde gibi tutuş. Немножко не долго. Вот так это нельзя, оказывается. Bu şekilde şarap kadehini. Ya bu şekilde tutun. Или так. Ya bu şekilde. Или вот так. Ну не так удобно. Şimdi tadım yaparken dediğim gibi koklaya koklama işlemi yaptıktan sonra bunun koku çok önemli. Şarapta. Kokusu hoşunuza gitmeyen bir şarap kesinlikle zaten sizin için güzel değildir. Önce kokusunun hoşunuza gitmesi lazım. Ну, вот так.
Şimdi tadım işlemini yapacağız. Tadımı ilk yudumu aldıktan sonra ne yapacağız? İlk yudumu aldıktan sonra şarabı yudumladıktan sonra ağzımızın çevresini dolandırırız. Когда мы сделаем глоток первый, мы должны будем тоже немножко задержать этот вино там и медленно. Sonra şarabın hakkındaki yorumlarımız artık yavaş yavaş tam yerine oturacak. Şimdi kokusunu artık hissedeceğiz, tadacağız. Ondan sonra damaktaki bıraktığı lezzeti hakkında yorum sahibi yapacağız. Bunu da yaparken şu şekilde yapıyoruz. Yudumu aldıktan sonra ağzımızın çevresini dilimizin altında döndürüyoruz. Döndürmek, evet. Так как я правильно понимаю, что все сомелье, они перед тем, как правильно они оценивают, да, качество и вкусовые, и ароматические, они должны, ну, подскажите мне, помогите, полость рта его немножко задержать, провернуть там немножко там его там... Ополоснуть язык. Ополоснуть, да, ну, каким-то образом, вот таким вот, чтобы все вкусовые рецепторы наших, включились. Итак, все давайте вместе выпьем на здоровье, шерефе. Не забудьте вот провернуть там, что-то немножко оставить после вкуса. Декантер называется, декантер. Да, так и делают. Декантер создан для насыщения вина воздухом, чтобы вино задышало. Когда оно задышит, оно раскрывает свои ароматы. Ну так принято. Как бы в винных странах вначале в декантер переливают, там его поболтают, а уже из декантера разливают по бокалам. Так принято. Чтоб вино задышало, но они так считают, что оно начинает дышать. Оно в бутылке-то оно в вакууме находится, воздуха нет, и оно не раскрывается. А вот его переливаешь в декантер, оно раскрывается. Выждать надо минут 5-10. Сейчас, ну, как он же сомелье, да, в ресторанах он дает пробовать, да, изначально. Гость приходит, я бы хотел вино, покажите мне некоторые, да, я хочу выбрать, сейчас буду пить, хочу в ресторане. Но он же не будет все выливать, да, для того, чтобы человек понял, это его вино или нет, он должен сделать такую процедуру. Дома вы можете там спрашивать столько, сколько вам там хочется изначально, то есть все будет вино. Rafa ömrü 5 yıl, 5 yıldan sonra evet, rafa ömrü 2 yıl, o şekilde işlemiş. Çünkü her şarap yıllandırmaya uygun bir şarap değil. Var mı başka soru falan? Olmalı. merak ettiğiniz bir şey var olmalı.
также. А еще раз, если вы будете стоить 10 лет? 30 долларов. Сколько? 30 долларов. Ну вот, в России я стою от 299 до 89. Ну в Турции дороже алкоголь, чем в России. Ну у нас это стоит 329, 179, 299, 159. Рублей, да? Да. В Турции алкоголь всегда дороже. Сколько это долларов у нас? Два доллара. Ну, три. Это в пятерочке акции просто. Но в России... Нет, за 159 это, скорее всего, фальсификат. В России... В России чилийские вина рублей 400 спокойно стоят. И по 500, и по 700 рублей есть. Фронтера, Чили... Будем рады вам исследовать, потому что у нас цена по-другому. Русьяда Чилиден даже лучше. Да, Чили шарабы Русьяда, кенди ülkesinden daha ucuz içiyor ya. Bilmiyorum, çok ay. Şöyle bir soyu bilmiyor, değil mi? Еще дешевле. То есть, как бы, если оно качественное, оно хорошо сделано, почему бы и нет? Он говорит, что вопрос не в цене. Шарап Чили де 7 доллар. Русьяда нас 2 доллар. Onu bilemiyorum. Metro, bilemiyorum. Ben söyleyeceğim. Daha bir şey var mı? İşte, başka bir şey enteresan bir şey var mı? Türkiye'nin kendi has üzümleri vardır. Kendi üzümleri, orijinal Türk üzümleri var. O şartlar, o üzümler var. Onun haricinde... Şimdi en güzel veya en kaliteli şarap konusuna şu şekilde damak tadıyla alakalı. Yani en güzel şarap diye bir şarap yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani en güzel şarap diye bir şarap yok. İşte herkesin kendi beğendiği bir şarap lazım. Dünyanın en güzel şarabı olur. Ben kendi bildiklerimi anlattım. Sizce söyledik daha sebebi, daha çalayı evi, daha niyatlı bir sanayi, daha çalayı evi. Bunların hepsi benim sevdiğim ürünler, benim tattığım ürünler. Yani siz seversiniz, sevmezsiniz, o kadar hakkında bir, o konu hakkında bir bilgim olmayacak. Вам нравится или нет, но он посчитает. Benim için dünyanın en güzel şarabı Merlo üzümlerinden yapılır. Merlo, для него самое лучшее. İçtiğimiz şu şarap çok ucuz olmasına rağmen beyaz etle, kırmızı etle ve balıkla hepsiyle uygun şekilde içilebilecek bir tadı var. Merlo от кого? Страна производителя. Ya şimdi bunların yapımlar arasında çok fark var. Bu yıllandırılmaya uygun bir şekilde yapılıyor. Это уже, да, столетние там они Завод, ну, уже
столько опыта, и они очень хорошо делают. Естественно, у них цена такая, Душара, я пылырыкен. Уже известный, марка. Çok uzun yıllar dayanabilecek şekilde yapılıyor. Очень много лет уже, да, эти... Нет, какой страны именно? Производство какой страны? Да-да, ну... Bu şarabın rakvenü, Rusya'da 7 yıl. Это 7 лет. Но вот он говорит, что... По сути, да. Но французская лучше, чем чилийская. Benim burada anlatmak istedim. Он говорит вообще, по сути, вид такого вина, он дешевый, недорогой, это уже, знаете, по возможности, но вид самый любимый в этом. Спасибо. Спасибо. Нет, чок палы, я чок чей алмаз. Нет такого понятия, дорогой вино или дешевый. Да, конечно, в соотношении есть качество. Вы поймите, что на этой этикетке тоже человек, который продает, İlla çok pahalı şarap içmek zorunda değilsiniz. Yani çok pahalı şarap içerek yani şaraptan anladığınız makarna için. Makarna pasta işte makarna diyor. Makarnalar için beyaz şarap uygundu, kırmızı şarap uygundu. Eğer beyaz şarap içeceksek dediğim gibi Chardonnay, Chenin Blanc. Eğer kırmızı şarap içeceksek, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon. Да. Икиси де ичинеди. Два вида можете быть. Фух. А что он скажет про вино из Вяленой Чемограды? Что он скажет про вино из Вяленой Чемограды? Вяленой. Уру изюм варьера шарапа. Şimdi kuru üzümleri, şarapları şekerli olur, tatlı olur. Tamam. Şimdi bağ bozumunda şaraplar eğer erken toplanırsa asiditesi yüksek olur. Asidi yüksek olur. Şeker oranı az, asidi yüksek olur. Eğer ki kurutulmaya yüz tutup kurumasını beklersek ve olgunlaşma süreci geçtikten sonra toplanır ve şarabı yapılırsa bu sefer şeker oranını hapsettiği için tamam mı? Şeker hapsettiği için şekerli olacak. Şekerli olduğu için de tatlı şarap olacak. Genelde port wine'ler yani porto şarapları, İspanyolların şey şarapları kurutularak yapılan üzümlerden yapılır. Şeker oranı yüksek olduğu için. İtalyanlar şekerli tatlı şarap yapmıyor. Yani dünyada her ülke şarap üretir. Hepsi yemeyiz. Şimdi Japonya'da da şarap üretimi yapılıyor. Amerika'da da şarap üretimi yapılıyor. İtalyanlar sürekli şekerli veya tatlı şarap yapacak değil.
Dünyada en çok tatlı şarap üretenler Gürcistan'da. Çok saat yakarsanız da bunlar hiç yapmıyor anlamına gelmiyor yani. İtalya'da tatlı şarap üretilmiyor anlamına gelmiyor. Ben sadece o şarap bilmiyorum. Да и в России это она только появляется, традиция винопития. Раньше же в России, в Советском Союзе так только киряли и все. Водки выпили, вина напились, там партишка, и все нормально. Спасибо! Спасибо! Yani hem otelimizin hem de şeyin bölgenin en pahalı şaraplarından bir tanesidir. Это самое лучшее вино, которое как бы мы предпочитаем предоставить нашим гостям в нашем отеле. Он советует, пожалуйста. 2008 года. Это французское, да, вино? Да, французское. Вино, да. Так. Было освещение плохое, но хорошо. Вот таким образом у нас проходит. А еще какие интересные вина? А еще какие интересные вина? Пошка бишь вами взяли я нашарап. Просто на шараплармыз. Еще здесь, которые вина есть. Что за вина? Эпси Франсис. Франция, да? Да. 12-й год. Пантен. Да. 2007 год. Здесь какой?